The Royal Paradise Hotel and Spa. Отель The Royal Paradise Hotel and Spa построен в 1989 году, реконструирован в 2010. Расположен в 40 километрах от аэропорта Пхукет, в 15 от центра города Пхукет, в 500 метрах от пляжа Патонг. Гостиничный комплекс расположен недалеко от пляжа, магазинов, клубов и центров активной ночной жизни. Здесь созданы условия как для активного, так и для расслабляющего отдыха. На территории отеля имеется один открытый бассейн для взрослых и детей, где всегда работает бар. Если постояльцам необходим доступ к интернету, соответствующей услугой можно воспользоваться в лобби. Жилой фонд отеля насчитывает 350 номеров в двух зданиях – семиэтажном Royal Wing и 25-этажном Paradise Wing. Предложение Paradise Wing, номера Superior, оформлены в классическом стиле с тайскими элементами декора. В каждом номере две односпальные кровати, зона отдыха с креслами и журнальным столиком, туалетный столик с зеркалом, телевизор, холодильник, мини-бар, а также набор для приготовления чая и кофе. В ванной необходимые туалетные принадлежности. С балкона открывается вид на море, город и горы. Номера «Делакс» отличаются особо комфортной обстановкой и представляют собой идеальный вариант для семьи из двух человек. Здесь со вкусом подобрана мебель, интерьер оформлен в светлых тонах с использованием дерева. Есть все современные удобства – две односпальные кровати, диван, плазменный телевизор, столик, мини-бар. Ванная комната оборудована отдельным душем. Напольное покрытие – плитка. Номера Paradise Suite располагаются с 17 по 23 этажи. Просторные апартаменты включают две комнаты – гостиную и спальню. В гостиной установлены диван, комод, телевизор, есть выход на балкон. В спальне имеется большая двуспальная кровать, телевизор, рабочее место со столом и стулом, шкаф, устроен выход в ванную комнату. Обилие света в спальне обеспечивается благодаря панорамным окнам, которые позволяют в любое время наслаждаться островными и морскими пейзажами. Предложение корпуса Royal Wing. Если вы путешествуете в одиночку или вдвоем, оптимальным выбором для вас послужит номер категории Superior. Комфортную атмосферу создают современный интерьер и необходимые удобства. Две раздельные кровати, диван, столик, телевизор. Напольное покрытие – плитка. В ванной оборудованы отдельные душевая и ванна. Номера «Делакс» отличаются современными тайскими акцентами в дизайне. Комфортные, уютные помещения представляют собой идеальный вариант для семьи. Здесь есть большая двуспальная кровать, отдельная односпальная, столик на две персоны, рабочая зона, телевизор, гардеробная с сейфом. В ванной комнате имеется полный набор туалетных принадлежностей. С балкона открывается вид на бассейн. Завтраки в отеле проходят в ресторане The Coconut Coffee Shop. Разнообразие блюд международной кухни представлено в формате шведского стола или меню а-ля карт. Ресторан «Касабланка» рад порадовать гостей превосходной индийской и арабской кухней. Великолепный интерьер создает соответствующую атмосферу.
Одно из самых романтичных мест в отеле – ресторан китайской кухни «The Royal Kitchen». Каждая деталь декора словно маленький кусочек Китая. Полюбоваться прекрасным видом на Андаманское море и ближайший залив можно из бара «The Sky Lounge», который находится на самом верхнем этаже отеля. В лобби располагается еще один бар – «The Fountain Lounge». Его главное украшение – великолепный фонтан. В распоряжении бизнес-групп предоставляется конференц-зал с профессиональным оборудованием и звуковым обеспечением, что позволит провести любое деловое мероприятие на высшем уровне. Постоянно держать себя в форме даст возможность функционирующий на территории отеля тренажерный зал. Расслабиться и восстановить силы можно в гостиничном спа-центре. К вашим услугам комбинации самых популярных спа-терапий, которые будут откорректированы с учетом ваших индивидуальных потребностей.